Я думала, что он снят просто одним махом, но они снимали несколько дней, это удивительно. Очень много пластинок именно Rolling Stones, настоящих английских. Вот такие мне нравятся вещи. И никогда не покупайте пластинку, если полностью на ней издан альбом. Все треки с альбома не могут влезть на винил. Это должно быть, обязательно должен быть другой мастер, ну, в смысле, мастеренная пластинка, и их должно быть две. Не знаю, скорее всего, в гастролях у нас тур начинается, поэтому как раз отличная будет штука. Ой-я! Не, ну, у меня прямая ассоциация с Джаггером. Я не знаю, я пошла по козырям. Я бы, может быть, про Satisfaction бы, конечно же, сделала бы его сквозной темой. Потому что ведь вся вот эта история заключается в том, что мы никак не можем наесться музыкой и тем, что получаем на сцене, адреналином. Поэтому no Satisfaction. Смотрите сериал «Винил» в онлайн-сервисе «Амедиатека».